А Wi-Fi-то там на этих островах есть? То есть мы в Инстаграме-то будем наблюдать все эти шпагаты? Ты знаешь, ну а как без, шпагата? Да. Ты что? Ты знаешь, что за этот год уже люди настолько и хейтеры, и не хейтеры, все разрекламировали мой шпагат. Не то, что разрекламировали, это, наверное, неправильное убеждение. Они просто настолько его уже просто перетранслировали, что он вошел в Книгу рекордов России. Как без шпагата Волочковой? В купальнике, на пляже. И причем, знаете, мне даже кажется, что пляжи можно менять, пляжи могут изменяемыми быть, а шпагат Волочкова неизменным остается. А чего вы молчите? Вы мне вопросы не задаете, я такая многословная, меня нужно останавливать, а вы все молчите. Любуюсь вами. И понимаю, на самом деле, как тяжело сделать шпагат, потому что это невероятная работа. Я, например, не могу так на шпагат сесть. Моя дорогая, вы знаете, на шпагат сесть, это не так сложно, как сложно выдержать вот ту... Вот моральную боль, которая валится на плечи после всего того, что ты в жизни делаешь, после всего того, что, вы знаете, мы с вами записываем эту программу. У меня вчера был спектакль в Солнечногорске, у меня там 2 недели был назад в Вегас-Сити-Холл, до этого неделю назад был в Чехове, до этого еще в Красногорске. Я решила оставить спектакль, который я создала, на благотворительной основе, так же, что мы всех приглашаем бесплатно. И я понимаю, что это никого не интересует, а интересуют шпагаты, с кем я живу, что я ем, что я пью. Мне хочется сказать, люди добрые, подарите. Вы знаете, у меня вот я ехала к вам, у меня ноготь отломался. Но я точно знаю, что если вот в Инстаграме кто-то заметит, что у меня сломался ноготь, ну бывает же такое, так это будет обсуждать завтра сторона больше, чем то, о чем мы с вами сегодня говорим. Дорогие мои, кто-то там сумасшедший, умалишенный просто, сказал, что я могу делать шпагат только тогда, когда меня держит в руках кто-то, да? Это я делала, извините, на сцене и делаю сейчас. Вот. Но на сценах я это делала. Большого театра Мариинского, English Nation Ballet Theatre and Wherever All World. Но я вам покажу, как это делается. Знаете, фотомонтаж-то возможен, а видео никак нет. Раз. Два, три. На Волочкову посмотри. Не пытайтесь повторить мой опыт, дорогие женщины, потому что это очень опасно. Можно упасть в воду, если у вас нет такой подготовки. Но вы поняли, что это очень качественный вариант шпагата, который делается очень легко и просто, без всякой поддержки. Вот. Всем удачи, всем добра, счастья, любви. Любите и будьте любимы.